Иван Сгерский – будущий актер. Он студент выпускного курса Иркутского театрального училища. Спортом занимается с детства. Увлечение акробатикой и ежедневные тренировки на турниках помогают ему и на сцене. В свободное время, а его у студентов театрального немного, Иван занимается спортом на острове Юность. Правда, два последних месяца тренажеры пришлось изобрести самому, в домашних условиях. Дома ежедневно продолжал занятия. И, конечно же, уже с нетерпением жду, когда закончится карантин, и смогу продолжить уже на свежем воздухе более эффективно заниматься теми практиками, которыми я, в принципе, каждый день занимаюсь. Дома нет таких возможностей, которые ты находишь вот на острове Юности, к примеру, и эффективнее, конечно, проходят занятия. Полноценный бег невозможен вне улиц, так считает иркутский тренер по легкой атлетике Дмитрий Юшин. Специалист говорит, самоизоляция не пошла на пользу его подопечным. Многие соревнования, к которым спортсмены выходили на пик формы, в этом году уже не состоятся. И все-таки, чем раньше атлеты вернутся на тренировочные площадки, тем лучше они будут готовы к следующим состязаниям. Естественно, во всем важен принцип постепенности и планомерности. Конечно же, начнем с медленного бега, спокойной тренировки. Вот, и будем продолжать то, что, в общем-то, начали в период карантина. Это силовые работы, прыжковые и работа над суставами и мышцами. Владимир Бутырин в профессиональных кругах известен как бибой Юнга. По его словам, представить брейк-данс вне парков и скверов трудно, ведь этот танец зародился на улицах. Этот вид спорта постепенно развивается, а в 2024-м войдет и в программу летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Поедут ли туда иркутские спортсмены, неизвестно. Но в этом году из-за коронавируса они пропустили уже не одно крупное соревнование, включая чемпионат мира в Португалии. И все же, изучая новые элементы хореографии в зале, танцоры мечтают вернуться на улицу. В летний период, весенний, батлы в основном проводятся на улице, в частности вот здесь, да, на острове Юность. И на данный момент я думаю, что снятие режима было бы очень полезно, потому что все-таки многим танцорам уже хочется выбраться из своих, так скажем, домашних залов и показать, чему они научились за время самоизоляции. Занятия физкультурой и спортом на улице официально разрешат с 14 мая. Но любителям здорового образа жизни все же придется соблюдать правила безопасности. Совместные тренировки разрешат проводить не более 2 человек. По-прежнему нельзя посещать и места массового скопления людей, в том числе и детские площадки. Сохраняются и требования соблюдать дистанцию в 5 метров. Александр Гаврилов, Константин Синицын. А вы оставайтесь дома и смотрите АСТ-ТВ.